у меня тут Windows подвисал, я установил Ubuntu 16.10. Было у меня раньше 14 там с чем-то, но потом Windows 7 Home Edition установил, но потом у меня тут Windows 7 какой-то систем, неопознанный драйвер, и как-то начало тормозить, а там чисел, там регистру системы чисел, может, поэтому там что-то испортилось. Так я поэтому установил поверх той Ubuntu, как бы апгрейдинул. Апгрейд сделал старый Ubuntu на новый. И все настройки сохранились. Вот такой обзор, как бы. Вот тут нити, графическая оболочка. Вот тут удобно сразу, например, вставлена камера. Вот видео снимал. Удалю. И сразу она вот тут появляется. Вот так достаточно просто все. Вот выбрал я накопитель. Тут вот экраны теперь широкие сделают, поэтому вот эта панель, она сбоку. Ну и вот тут вся информация пишешь, и когда мышку наведется, тогда и меню появляется, и вот эти кнопки. Тоже как бы экономить экран, чтобы... Вот тут это приложение Ubuntu Software. Тут устанавливалась программа с ней. Я недавно установил. MP-плеер. И вот эту еще программку установил, чтобы экран снимать. Тут некоторые вещи даже лучше работают, чем Windows. И на Windows у меня как бы видео высокого разрешения как-то тормозилось так несколько на YouTube. А на Ubuntu вроде бы не тормозит и нет никаких полосок, чисто так показывает. Ну вот тут апдейт. Можно какой-нибудь инсталлировать апдейт. Всякие LibreOffice, я их там почти не использую эти. И очень редко они нужны. Поэтому они тут сперва были. LibreOffice Cal, например. Посмотрим, что это такая за программка. Тут были они, я там поубирал некоторые. Как бы какая-то мне ненужная вещь. А тут надо по-другому. Cancel значит, что отбросить эту операцию. Нужно нажать Don't Save. Тогда выйдет. Поэтому я выбираю LibreOffice. LibreOffice Impress тоже какая-то программка. Тоже вот такими вот не пользуюсь. Только какой-то, чтобы документ открыть и посмотреть. Только для этого она может пригодиться. Так бы я бы удалил. Вот это как бы файловый менеджер. Вот тут, например, это мой Samsung файловый, который partition 32
FAT32 система, которая тут очень много гигабайт. Тут я хотел делать для дома, скопировал всю папку, но потом понял, что можно поверх написать и обновиться, все сохранить. Поэтому как бы это не понадобился этот. Это зря я тут партишн этот сделал. Ну тут Firefox еще есть, он тут мне не нужен. Еще какой-то Amazon. Тут еще с переливом с визуальным эффектом переходит. Вот он десктоп. Загружает процессоры, видеокарту. Вот тут есть ли программа какую-нибудь нужно написать. Вот тут переключить. Ну тут вообще приложение Chrome. Вот все есть. Тут примерно самое основное — это браузер, тут текст-эдитор, видеоплеер. Иногда бывает, что нужно какие-то Windows программы запустить. Так. Windows программу пробую запустить. Еще ни одну не запускал. Тут первый раз может дольше грузиться, чем обычно. Не знаю, может и не запустится, может нужно переостановить ее, эту линию. Ну, похоже, что не запускается. В общем, поиграю в шахматы.
пусть меняет, словно на коне. Конь все равно немножко лучше. Потом раздуваю эти пешки. Вот как. А он хочет, чтобы... Ладно, так, так. А ему теперь нет где идти, кроме как побить. Двойной удар хочет. Ладно. Может, надо было шаг делать. Тогда бы я коня бы мог сбить. Да. Он сдался. Вроде анализы посмотрим.
проверяю, как записывать эту вот программку. Ой, нет, а, да. Вот тут вот сидит. И вот тут перевес был. Вот он даже очень большой. Ним не воспользовался. Вот ему нужно было. Бить коня, если я бью. Если я бью, что надо делать? Он тогда бьет тут. Тут. Тут, а он забирает башню. А, наверное, вот тут шаматку хочет поставить. Вот это такое увидеть было непросто. Один раз сыграю. Покинул игру. Ладно. Тут подлез. Нужно что-то делать просто, чтобы время не терять. Так тут будет мой думать, что я что-то тут хочу запутать, может его. Допустим, так. Ну как? Тут, наверное, можно что-то было бы и пожертвовать ради такой открытости короля. Ну как смело. А он хочет слона придавить.
не заметил. Наоборот, ему-то не нужно было ходить. Это просто коня сбил. Так конь защищал. А, опять не заметил. Вот тут уже новаться можно, только может по времени. Ну, у меня и времени. Ну, ладно, тут даюсь. В общем, не нужно было мне мелочи из этих пешек. А то хотел пешек понемножку его обыграть. Только все потерял. Потерял одну фигуру, у него две фигуры, у меня три. Хотел тут что-то намудрить. Ну и что? Теперь вот эта фигура его. Все, сдался. Еще один раз. Ну и собью. Теперь вот этим слоном. Вот так. Так. Теперь эту будет пешку продвигать. Нет. И вот так. Еще добавок подкрепиться. Иду он. Вот. А, я не смотрю. Если а, то меня там защищено, то так. Ну. Зачем мне бить? Все. Тут один. Стоит бить пешку. Какой-то хитрый. Я вот так пойму.
маскировку сделаешь. Может, надо было избить. У меня пешка лишняя. Так. Я вот так. Он теперь обязан бить, а то его башню слюбим. Хотя, наверное, может и пешку вперед вести, а то надо было продвигать. Теперь две буду, а тебе продвигать. Пока вот так можно. Так, на эту пешку напишу. Так, а тут теперь буду эти пешки продвигать. Подвину вперед. И теперь вилка грозит на королеву и на башню. Он не может у башни бить, а вообще-то может. Ну попробую. Рискну. Он бьет башню, а я тогда бью королеву. Попробую. Что он тут придумает? А, он на коня нападет. Ладно. Все равно одну пешку могу двигать. Могу толкать. Только... Хаба-банда. На эту пешку напасть сейчас. Там... Есть ты, слышишь? Старший потом поглядит, ты сам поглядишь. Так, а так и ему тут мат грозит. Ну вот теперь он обязан отдать королеву, иначе я его королеву сбью. И вот теперь ему вроде бы уже невозможно защитить. Пешку. То есть все проиграл. Еще разок. Как
когда в эту сторону я всегда бью. Компьютер очень часто рекомендует бить в эту сторону. Вот коня собью, если он не пойдет. А он двойной удар и конем именно это. Ладно, чуть-чуть тогда. Потом подпину коня пешкой. А я мог просто отойти вот. Ладно, пенек сделаю. Пенек. Коню. Вот так. Если бьет, я бью и на ту пешку нападаю. Теперь вот этой ножкой. Не видит. Я могу и шаг поставить ему, чтоб он уже рокировку потерял. А он какой? Ну, не буду пускать ему рокировку делать. Теперь я сделаю рокировку. Вот. Тут может до. Вот тут. А теперь он на две нападет. Заигрался. А, я поставлю, он теперь не сможет бить. Вот теперь он рокировку сделал. Теперь нужно уходить. Конем мне негде уходить. Теперь собьют. Конем может не заметить. Да, конем отойду. Ладно. Пешка еще атакована, что не видит, что тут под боем. Ну ладно, тут все равно мать не поставит. Вот так ему на два.
Ой, не тот нашел. Нужно было вот эту пешку защитить. Он хочет мат поставить. Ладно. Не буду терять пешку. А, тут пешку потерял. Я это не защитил, это надо было бить, наверное. Ну ладно. Так. Можно разменяться вот так вот. Нет, что он там сбил? Пешку, наверное, как. Сейчас я ему пошахаю. Ой, поставил патрон, мог бы сбить меня. Все, тут проиграл. Я просто мог сбить эту пешку. Не заметил. Моя коня получил за даром. Эту еще пешку. У меня там двумя защищено, не смогли сбить. Ой, какой ты. Еще и башню прозевал. Так. Так буду идти.
Так он же со всеми королеву уже прозевал. А вот еще и башню прозевал. Остается сдаться только. Не хочет. Вот еще и коня прозевал. Тут мат ему. Мата не видит. Еще один. Наверное, последний раз. Как он необычно ходит. Нужно воспользоваться, видимо, этой необычностью. Ладно. Пусть загоняет в угол коня. Вот на этого коня нужно напасть, вот тут подойти, вот там. Если он уйдет, тогда я этим конем его на эту пешку буду, смогу давить. Ман, как хитрый он вот на эту пешку напал. Ладно, вот на коня ему мат вроде бы грозит. Он ту пешку собьет. Да и ладно. Ему нет особо вроде бы есть куда убегать. Вот тут может. А вот тут и пошел. Так. Тут, наверное, нужно подавливать его. Хотя нет, наверное, вот так. А вот эту пешку буду бить, если он уже ее как бы невозможно защитить, вот эту пешку, а вот это вот так он задумал защитить. Если я бью, то он, если я так бью, он, наверное, так будет. Коня нужно просто подавить и все. Потому что он завязан к королю.
окно отойду немножко. Я могу вот тут подойти, он не... А, он к нему подойти. А, он второго меня поставил. Ну ладно, надо пойти, все равно не можешь. Нужно было ему, видимо, как бы королем отходить. Ну, второго коня завязала. Так, будет так. Он этой пешкой может подойти. Теперь вот тут башня и на эту пешку напасть. Может тут с конем подойти, попрыгнуть. А он теперь двойной удар. Нет, не заметил. Ладно, добить. Так, теперь, если он бьет моего слона, я бью его в башню. А если он тут подойдет, тогда я пешку бью. Вот так. Ну. Наконец догадался отходить. Не даю пройти пешки. Хотя мы говорим, что тут. Ладно, бью эту пешку. Потом башней выхожу. Тут. Напал на эту. На башню нападу. Ладно, по шаху.
На что тут мелочиться на королеву сразу? Ну, хорошо, размен. Не очень выгоден размен. Ой, вилку прозевал. Все равно у меня материала побольше, только времени меньше. Теперь короля нужно подвести. Ой, там не заметил. Теперь вот тут все его время истекло, у меня вот на 0,300 миллисекунд осталось, 0,3 секунды у него время первого истекло, и я победил. Вот он заканчивается.